Всем привет, с вами Тин, и у нас сегодня снова кооперативчик Dead by Daylight. Ну, давайте попробуем выжить снова. Давайте присоединимся к игре, будем сейчас опять поднимать уровни нашим выжившим. По крайней мере, попробуем. Давненько что-то в нее не играл, так сказать. То есть как я в нее, конечно, играл, но без записи. Там вроде завтра должно выйти обновление по этой игрушке. Там маньяк какой-то новый должен быть. И вроде новый выживший. Да, что-то походу ничего не изменилось с того времени. Также хреново соединяет. Что ж так долго-то, надо посмотреть, на что за... Трындец какой-то. Давайте, я не знаю, давайте вот за это что-то. Потом возьмемся за прокачку маньяков. Как только поднимем до 10 левела наших первых персонажей. Начнем играть. Глобальная будет прям, так сказать, игра. На очень долгое время только за маньяков. Будет сложно. Скорее всего, не всегда будет получаться всех убивать. Хотя у меня всех и никогда не получалось убивать. У меня максимум, сколько я убивал, троих, по-моему, только один сбегал. Чувствую, с завтрашнего дня тут вообще будет, так сказать, не особо приятно играть, потому что все начнут играть только вот за этого нового маньяка, блин. Тут вообще дикий трэш начнется. Так, давайте полегонечку. Плохо. Кого-то поймали. Прекрасно.
совсем все плохо. Надо хотя бы пару генераторов что-то завести. Безысходность полная. Надо бежать спасать. Естественно, за мной сейчас попрется. Я бы его не спас бы, но чтоб. Ох ты, сучка. Пиздюк настырный, блин. Чтоб ты провалился со своей древесиной, блин. Козел. Естественно, хрен кто придет спасать. Сука, терпеть не могу этого пиздюка, блин.
еще это, мудила еще и тут ставит, за отлично. Очередной школьник, выебонистый дебил, блин. Понятно. Хуй кто придет на помощь. Ты и толк, что ты меня сейчас придешь спасать. Не придет, ну и слава богу. Массик, блин. Дура, блин. Ты чё, больная, что ли, сюда идешь? Полезно. Думаешь, это нас спасет? Козёл, бляха. Кусок мяса тупого. Ах ты жопошник тупой, блин. Мудак. Ты себе в задницу, блин, засунь это свой матч, это, блин. Не бесполезно, блин. Смысла не вижу. Полезный дрон, не серия. Естественно, хер бы чё дали бы ещё. Конечно, самая жопа, блядь. На последнем месте, блядь, я хуй знает, блядь. Хера ничего не сделали, блядь. На дне играть, так на дне. Мне кажется, блин, если бы тут был бы ранги в минус ходили бы, я, блин, минус тысячный ранг был бы. Хуй знает, блять, на самое дно падаешь постоянно, вообще в самую жопу. Минус большой этой игре в том, что нихера непонятно с этими рангами, и против тебя выйдет какой-нибудь долбоёб, который играет, блять, за днями ночами у неё. Чё бесит вот эти вот тупыри, которые постоянно только умеют за этого призрака играть. Как крысы, блин. Главное, блять, хоть бы кто фонарик бы что ли взял бы. Нет, блять. Понятно, сейчас он ещё лет 100 будет искать не эту игру. Обычно. Ой.
долго-то все. Серьезно, ну вы че издеваетесь, что ли, надо мной, ну? Первый блинком он оказался. Ну да ладно, так играем. Сливать ранги — это уж привычное дело. Я не знаю, блин, как люди поднимают ранги, блин, то ли они с друзьями играют, то ли еще как-то, блин, но я хрен его знает, блин. Это, по-моему, вообще нереально в соло поднять себе хотя бы 10-й ранг, это, ну, это просто невозможно, сколько я играю в нее. Еще один высер. Болото. Тоже на всю голову, по-моему, долбанутая карта. Тоже очень не нравится. Сраная ворона. Козел, опять этот сраный призрак тут. Да что же вы, блядь, все за него играете-то? Достал. Козел, блядь. Ну какой смысл, блядь, вот против этого мудака играть-то, да? Этот мудак, блядь, за мной сейчас все катнул, блядь, мне как утопленный. Сука, везет. Козел, блять, ну пиздюк, блять. Ну там сраный. Да что же вы, блять, ссаные школьники, блять, только за этого призрака играете, пидорасы, блять. Жопу засунь, блять, этот корень. Кусок говна, блядь. Если в жопу ударь, блядь, пидор. Ты еще и ссаный кемпер, а? Что ж, блядь, мне так везет-то на этих долбоебов-то? Ой, дура, блядь, и толку-то это сделан. Этот чмошник по-любому там стоять будет, блять, пока он не сдохнет. Крыса сраная, блять.
блять, мне всегда везет на эту, на этих ссаных. Блять, полечи меня, ёб твою мать, а. Да что ж ты за долбоёб, а? Дебил, бляха, ну ты чё не мог попасть, ну? На том спасибо. Да нахер ты ему крюки-то эти спиливаешь, блять, ну? Какая-то польза от меня будет, что я сейчас вот один день починю. Пидарас, блять. Еника осталось, ребятки, два. Дайте фонарик. На птичку дали, твою мать. Капец. Thank you.
вообще, вот сейчас вот, вот половина сделал, блин, генератора починил, а таймчека нету. Он и... бывает, что сразу, бывает, что нет. Еще один геник. Блять, чините этот самый геник. Где он у нас вообще? Походу он где-то в самой жопе. Хер его знает, но... Да я ебал, короче, но нахуй. Не, ребят. Чё-то уж там самая жопа. Еще и я на втором-то месте, ничего себе, блин. Я думал, я вообще хреново отыграю на этой карте. Ну, хоть что-то. Это предметик нашли. Ты дурак, что ли? Ты что делаешь-то? Вали оттуда. Интересные очки, зачем ты это делаешь? Выбнуться, найти люк. Ну вот, пожалуйста. Ты дурак. Ну, в принципе, что. А, может, он ачивку заработать хотел, но ну, может быть и так. Качаем. Что у нас тут есть? У нас... что мы взяли? Ну, обычная аптечка, но это тоже хорошо. У нас просто вот на вот этом персонаже вообще хреново с вещами. Вот у меня инструменты Алекса, но правда они, насколько я помню, они мне выпали из кровавой паутины. Ну, аптечка тоже хорошо, но мы пока ее не будем использовать. Я хочу, чтобы у нас, допустим, 2-3 там таких предмета было, чтобы можно потом было использовать. Ну, давайте посмотрим, что можно будет потом для улучшения. Ну, тоже, блин.
пока что нет. Давайте вкачаемся. Что у нас тут? 3, 6, 11, 16. Ну да, на левел хватит. Давайте тогда. И давайте посмотрим, что у нас на 5 левеле есть. Единственный выживший. 5000 необычный навык. Чем больше ваших друзей попадает в лапу убийцы, тем выше ваши шансы на выживание. Каждый выживший, убитый или принесенный в жертву, нарушает способность убийцы видеть вашу ауру. Вот это вот полезно, я думаю. Один или и более убитых или принесенных в жертву, уменьшение радиуса способности убийцы видеть вашу ауру на 40%. Увеличиваются ваши шансы стать одержимостью убийцы. Возможно только одна одержимость за матч. Это был Бугимен Лори Строуд. Вот это надо будет обязательно вкачать ее, короче. Так. Это значит, мы что будем делать, как? Вкачаем 3. То есть нам надо 8000 очков. А у нас сейчас стоит на лоре что? Дежавю. У нас появляется способность чтения ауру. В самом начале матча вам видна одна аура генератора в течение 4 секунд. Если у вас есть карта, отслеживающая генератор, тогда генератор, открытый с помощью навыка Дежавю, добавляется на карту. Ну, вот это, кстати, тоже полезная штука. Так, ну давайте. Так, я же... Да. Надо будет посмотреть в храме, что там за ежедневные эти перки обучающие, какие на этой неделе. Потому что на той неделе были только для маньяков. Но, насколько я понимаю, обучающие перки это как раз вот на 15-м где-то левеле, да? Водички попить. Так, ну давайте, давайте кто-нибудь уже присоединяйтесь, погнали. Я как-то, по-моему, то ли в выходные, что ли, писал серию по Dead by Daylight. Ну, короче, там вообще был дикий трэш. И вообще ничего не получалось. Мы проигрывали там постоянно. Вообще такие заоблачные ранги были, что там. Я это не стал, позор не стал выкладывать. Просто там даже, вот я помню, была одна игра, в которой вот просто там чувак за деревенщину играл, он нас раскатал, наверное, за 2 минуты. Просто всех положил и все. И при этом у него ранг то ли 11-й был, то ли еще какой-то. Ну, блин. Что тут сказать, я не знаю. Бывает такое. Так.
сегодня день нелюбимых карт, что ли, прям? Дура, что ли? Ты чё делаешь-то? Это мразь где-то. Пиздец. Да что у тебя тупая ворона, блин. У нас все плохо. Но она далеко, блин, надо бы денег завести бы один хотя бы. Ну, два хотя бы завести надо. Я надеюсь, что люди заводят там еще где-то денег. Ну, просто это нереально что-то вообще. Вот сколько прошло от игры. О, уже вижу, хорош. Кто ж против нас играет, конечно, правильно. Если бы ведьма играла бы, то бы давно в телепорты бы стояли. Как кончик, может. Да чтоб тебя сраная, вот ты вот. Доктор тут бы. Тогда бы он бы использовал, что люди сходили с ума бы. Колокольчик, ну тут, скорее всего, бы постоянно слышался теребоньканье. То есть, ну вы поняли меня. Вряд ли это Майерс. Бля, серьезно?
знаю, если он там кемперит, это вообще, это очень плохо будет. Не знаю, надо заводить. Заводить надо геньки. Я не пойду спасать. Завести я не мог. Блять, это заведено, что ли? Капканчик. Под ноги надо смотреть. Да сраная ты ворона, блять. Блять, я не вижу, где еще. Где еще, мать его, генераторы? Да что ж ты, блядь, орешь так, а? Бля, серьезно. Палит, сука, говнюк. Блять, серьезно, вот это я промазал. Ну все, пиздец. Сейчас на меня сагрится, естественно. Конечно, какого-то хера сделал. Козел. Лол. Свой же капкан попался. Стирать вещи мы тоже умеем, блин. Поэтому... Ты дурак, что ли? Не знаю, странный ты чувак. Оо, да, чувак, давай поставь. Я думал, сейчас поставит возле меня прям капкан. Вообще вот просто. Thank you.
на мне мало таких очков сейчас дадутся эту игру. Зря. Бляха. Бля. Да. Барахтаться-то нету. Да и я не выживу. Ладно. Давай посопротивляемся чутка. Давайте, наверное, еще одну-две игры сыграем и будем заканчивать. Уже более-менее, то есть хоть как-то играется. Да, часто проигрываем, но что делать. Блин, я замерз уж под кондёром. У нас тут жара такая стоит, капец, просто на улице. Я вышел, блин.
Настя Макмиллан. Так, что, бензопила, что ли? Как кончик? Кто у нас? Да хорош, ты что, сразу, что ли, жена? Ну, бляха, вон уж кого-то сразу, кто-то, блядь, сразу начал чинить и уже получил на орехи. Так. Графончик надо поправить. Ну, брать у меня пришел, по-моему. Так, давай только без этого, без шума. Давай. Сюда, блять. Надо вон тогда идти спасать. Что делать? Сука. Как ты меня, блядь, пидорас заметила? Давайте очистим патанчик, что ли. Всегда старайтесь братюнь своих спасать, блин, ну, да, бывает очень сложно это сделать, но, блин, бывает, что вот, ну, никак вот ты не поможешь ему, а если, допустим, ну, да что, я не знаю. Вот мне вот сейчас вот надо вот починить генератор, если она доживет, вот эта вот мадам, то надо будет побежать ее спасти. Во-первых, очки опыта даются, во-вторых, плюс кармик твоей за то, что ты... Блин. Понимаешь, вот ты сам ранен, и брать у него надо. Сука, вон он, говнюк этот. Наверное, не спасем. К сожалению. Конечно, спасем. Бляха, нет, не спасем. Увы, чувак, прости. Прости, прости, пожалуйста. Не смог, не смог. Далеко. Жаль.
А куда ты это слышишь тут же? Да чтоб ты, ссаная ворона, сдохла, а? Два геника. Ты понимаешь, блять, ну вот. Где-то братюня страдает, что ли, что-то не пойму. Или это моя орёт так. Давайте обычный, на всякий случай. Лечите меня, пожалуйста, кто-нибудь. Спасибо. Ух ты, карту мне дали. Ах ты, тварь самая. Так, подождите. Не знаю, я туда не, блять, я не дойду до туда. Этот козел. Бля, херово, если я сейчас потрачу карту. Она редкая. Где ты, блять, твою мать? Thank you.
почему меня? Чувак, живи просто вот. Бля, серьезно. Блять. Я вот реально, блять, промазал. Бля, зачем я сюда попёрся, а? Реально. Ну я его либо спасу, но... Ну он теперь за мной, тварь, побежит, да? Козёл, блин. Пиздюк, сдох, тварь. Неадекватная. Все в задницу пилу засунь, козел. Вот так. Гага, блять. Пиздюк. А толку, ну давай. Козёл, блин, старый. Серьезно? Блять, карту просрал. Блин, все, пусть он тебя вешает, хер с ним. Не найдешь ты этот ссаный люк, блин, по мне.
Я не знаю, как идет система распределения рангов, блин, вроде и все проиграли, а мне, допустим, дали ранг 19-й. Так. Что у нас на левел? 3, 8... 11, да, хватит, давайте вкачаем. Жалко, карту потерял. Да что, зачем мне эта ваша устойчивость, она, блин... Давайте последнюю игрушку сыграем и заканчивать будем на 7. В принципе, сегодняшняя игра получилась не бомбящей, нормально вроде играем хорошо и даже ранг повысили. Что-то не хотит. Давайте сейчас еще раз попробуем. Если не захочет, тогда закончится. Ну ладно, не хочет, не надо. Хорошо. Мы сегодня с вами вроде очень много так сделали. Прокачали Лори, у нас она была, кажется, третьего левела или четвертого. Два уровня и подняли. Нашли аптечку. Стыбзли. Да, жалко, карту просрали, но блин, как-то так получилось, но зато ранг повысили на один. Вот, поэтому давайте, наверное, на сегодня заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, комментируйте. И, ну да, еще, наверное, скорее всего, Silent Hill сегодня не будет, потому что, ну, я что-то прям устал от него немножко, блин, вчера прям так немножко бомбящая серия вышла с этой Scarlett, блин, а там дальше следующий босс очень, вроде как говорят, что он очень сложный, я пока что к нему не готов, поэтому давайте, наверное, вечерком, наверное, запишу по пятнице немножко игрушки. Поэтому все, всем до встречи, всем пока.